Судьи при участниках вывести спортсменов четвертой смены. Итак, друзья, встречаем сильнейшие гиревики России весовой категории 85 килограмм. Приветствуем первый помост. Майер Олег, Тюменская область. Второй помост Самочёрнов Иван, Курганская область. Третий помост Рысник Сергей, Омская область. Четвертый помост Чуев Павел, город Санкт-Петербург. Пятый помост Любимский Сергей, Республика Бурятия. Шестой помост Береза Егор, Калужская область. Отсчет контрольного времени. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Спортсмены весовой категории 85 килограмм. На первом помосте выступает мастер спорта Майер Олег, Тюменская область, 2002 года рождения, вес спортсмена 83 килограмма 100 грамм, прошла 1 минута. Олег является победителем первенства России среди юниоров 2021-2022 годов и чемпионом Европы 2021 года. Тренируется под руководством Игоря Андреева и Сергея Толстого. Лучший результат в толчке по длинному циклу – 93 подъема. На втором помосте выступает мастер спорта международного класса Самочёрнов Иван, Курганская область. Спортсмен 98 года рождения, собственный вес 84 килограмма, 750 грамм. Иван является чемпионом мира 2021 года. Тренируется под руководством Сергея Стрекаловских. Лучший результат в этом упражнении – 94 подъема. Прошло 2 минуты. На третьем помосте выступает мастер спорта международного класса Рысник Сергей, Омская область. 95 года рождения, вес спортсмена 84 килограмма 750 грамм. Сергей является чемпионом мира 2020 года и чемпионом Европы 2019 года. Тренируется под руководством Виктора Елисеева и Николая Переверзева. Лучший результат в этом упражнении – 92 подъема. На четвертом помосте выступает мастер спорта международного класса Чуев Павел, Санкт-Петербург. Спортсмен 97 года рождения, собственный вес 84 килограмма 100 грамм. Павел тренируется под руководством Сергея Кириллова и Алексея Конева. Лучший результат в этом упражнении – 89 подъемов. На пятом помосте выступает мастер спорта международного класса Любимский Сергей, Республика Бурятия. 92 года рождения, вес спортсмена 78 килограмм 200 грамм. Сергей является чемпионом Европы 2016 и 2017 годов, серебряным призером чемпионата мира 2020 года. К соревнованиям готовится под руководством Ильи Шланова, Игоря Блохина и Сергея Леонова. Лучший результат в этом упражнении – 82 подъема. Прошло 4 минуты.
На шестом помосте выступает кандидат мастера спорта Береза Егор. Калужская область. 2003 года рождения. Вес спортсмена 76 килограмм 700 грамм. Егор является призером чемпионата Калужской области 2022 года и чемпионом Центрального федерального округа 2022 года. Тренируется под руководством Ирины Пянко. Лучший результат в этом упражнении – 78 подъемов. Идет шестая минута. Высшее достижение России. Весовой категории 85 килограмм принадлежит спортсмену из Санкт-Петербурга Чуеву Павлу. Официальный рекорд России установлен в 2018 году на чемпионате мира в Латвии и составляет 94 подъема. Прошло 6 минут. Прошло 7 минут. Прошло 8 минут. На первом помосте закончится выступление представитель команды Тюменской области Майер Олег с результатом 74 подъема. Прошло 9 минут, идет заключительная минута. We'll be right back.
9:30. Девять сорок пять. Пять, четыре, три, две, одна. Стоп. Спасибо, аплодисменты спортсменам. Время для подготовки гирь, следующая смена. Мы продолжаем церемонию награждения. Судье при участниках вывести спортсменов. Встречайте, победитель и призеры. Весовая категория 85 килограммов. Награждение проводит президент Федерации гиревого спорта Хмао Югры Михаил Александрович Портко, вице-президент Всероссийской Федерации гиревого спорта Михаил Александрович Трофимов и первый вице-президент Всероссийской Федерации гиревого спорта Алексей Борисович Ажермачев. В чемпионате России по гиревому спорту среди мужчин и женщин в толчке по длинному циклу весовая категория 85 килограммов. За третье место награждается Чуев Павел, город Санкт-Петербург. За второе место награждается Самочёрнов Иван, Курганская область. И за первое место награждается Рысник Сергей, Омская область. Также награждается тренер победителя Виктор Сергеевич Елисеев.